и Всесоюзный съезд Советов, съезд представителей Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, состоявшийся 30 декабря 1922 года в Москве, в съезде приняли участие 2215 делегатов. Председателем съезда был избран Калинин, однако почетным председателем съезда был избран Ленин, не присутствовавший на съезде из-за болезни. Съезд утвердил декларацию и договор об образовании нового государства – Союза Советских Социалистических Республик. В СССР объединились четыре государства – Российская СФСР, Украинская СССР, Белорусская СССР, Закавказская СФСР. Кроме того, съезд избрал ЦИК СССР. Порядок дня – рассмотрение декларации об образовании СССР, докладчик И.В. Сталин. Рассмотрение договора об образовании СССР, докладчик И. Сталин. Выборы ЦИК СССР, докладчик А.С. Янукидзе. Решение съезда. На съезде избранный Центральный исполнительный комитет СССР. Приняты документы приветствия почетному председателю и съезда Советов СССР ТАФ В.И. Ленину. Декларация об образовании СССР, договор об образовании СССР. Постановление об утверждении декларации и договора об образовании СССР, об основании Дома СССР, о создании Центрального народного института сельского хозяйства, о праздновании Дня образования Союза Советских Социалистических Республик. Основной итог съезда – образование Союза Советских Социалистических Республик.